фотография ладьи мне нравится. Был такой пасмурный день, и видите, вот небо на несколько секунд появилось, и я это сфотографировал. В итоге ощущение, что она плывет, если вот эти деревья убрать, то как будто мы плывем на тот берег Волги. Самарские пейзажи Алексей Рюмин снимает уже более 5 лет. Любимые места фотографа – старый город, вертолетка, Ширяевские просторы. На выставке «Самара. От сердца к сердцу» – городские достопримечательности, лабиринты многоэтажек и завораживающая ночная природа. Чтобы каждая фотография стала произведением искусства, говорит Алексей, важно правильно работать со светом. Полуденный свет, к сожалению, он убивает полностью объем, он жесткий. В каких-то сюжетах это может быть интересно, но в основном пейзаж – это восход солнца, закат. То есть вот в это время очень красиво. Ну, еще ночная фотография. Ходил по городу и снимал все подряд. Так началось увлечение фотографией, рассказывает Алексей. Сразу понял, Самара – огромный источник вдохновения. Сегодня на выставке Алексея Рюмина более 30 работ. Полюбоваться ими в арт-фойе кинотеатра «Художественные» жители смогут до конца января. Я в восторге. Как будто снова на берегу, как будто видишь это своими глазами. Это очень впечатляюще. Здесь навсегда остаются все впечатления посетителей. У меня в руках книга отзывов. Мы тоже решили поблагодарить автора за прекрасную выставку. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События.